Всем, Настюша, всем привет! Вы на канале «Готовим вместе». Мы сегодня с Настенькой вдвоем, Сашенька у нас в садике. И готовить мы сегодня будем очень простое блюдо, называется ленивые чебуреки. Для этого нам понадобится фарш. Он может быть любой, какой захотите. Перемолотый фарш, здесь две луковицы. А также нам понадобятся вот такие вот вафельные коржи. Яйцо для кляра. Оливковое масло для пережарки. Соль, перец. Для начала фарш нам нужно посолить и поперчить по вкусу. Так, давай сушим. Солим. Все, молодец. Да, и хорошо перемешаем и поперчить. Все хорошо перемешиваем и будем накладывать фарш на коржи. Мешаем хорошо, хорошо перемешиваем. Фарш посолили, поперчили и будем укладывать на коржи. Полностью фарш укладываем на корж. Да, укладываем на корж и разравниваем. Я не пробовала. Лишнее убираем тоненьким слоем, расправляем по коржу. И сверху накрываем еще одним и прижимаем. И также делаем со следующими коржами. Укладываем на корж и разравниваем, и сверху придавливаем коржом. Следующий этап у нас будет, мы разрезаем корж на 4 части и будем обмакивать в яйцо и обжаривать. Убиваем. И обмакиваем в яйцо со всех сторон. И на загретую сковородку с оливковым маслом обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. Наливаем на сковородку оливковое масло, чтобы дно было все покрыто маслом. И укладываем. Все, обжарили с обеих сторон. И следующую партию обжариваем. Наши ленивые чебуреки готовы. Получились они очень мягкие, нежные, сочные, очень вкусные и очень просто готовить. Всем приятного аппетита! Ну что, всем пока! Пока! Готовьте вместе! Где? Вместе с нами! Всем пока! Всем пока!